ты думаешь, кто выродится? Мальчик. А почему мальчик? Потому что мы с ним будем играть в футбол, и я хочу, чтобы его назвали Арслан. Как ты думаешь, кто родится у Лили? Девочка. А почему девочка? Потому что Зера знает, что будет девочка. Не, подождите, подождите. Как ты думаешь, кто родится? Мальчик. Почему? Потому что мне приснился сон. Какой? Ну-ка расскажи. То, что я играл в футбол с мальчиком, а у Зейки уже живота не было. Ну как ты думаешь, кто? Девочка. А почему? Да, потому. Индже, как вы думаете, кто родится? Я думаю, родится девочка. А знаете почему? Потому что у меня два сына, одна дочь. Вот, и мне кажется, что будет дочка у Лили, и назовут ее Арзы. Эсма, как ты думаешь, кто родится у Лили? Девочка и мальчик. Девочка и мальчик? Ну, самое первое чувство у меня было девочка. Сейчас у меня 50 на 50. А самое главное, пусть будет здоровым и счастливым ребенком. Будет две девочки. Мальчик. А почему мальчик? Так хочется. Я знаю, что у тебя сегодня день рождения, и жена решила сделать тебе подарок. Расскажи. Забеременеть решила, да. Ну что, решила вот мне сделать сюрприз и сделала. Ну пока еще мы его не открывали. Ну а как ты думаешь, что? Все в нетерпении. Я не буду гадать, я сейчас узнаю, кто. Дайте иголку. И та-дам! Приходите вечером. Рано вы собрались, рано. Такой шарик, да? Жалко лопать. Жалко нам всем. Кто будет лопать деньги? Я! Давай, сегодня день рождения, давай. Нет, конечно. Я буду лопать. Давай, давай, кто будет? Я! Ты будешь? Нет, мальчик, девочка. Я хорошо, два брата.